Итак, добрый день, дорогие друзья, с вами я, Глеб, и сегодня мы продолжаем играть в Сталкерс в Припяти с модификацией Белый Отряд, и сегодня на повестке дня у нас с вами квест «Новое будущее» — встретиться с отрядом. Что ж, собственно, этот отряд находится здесь, только я что-то не... Ага, вот они, там где-то вот в тени припрятались, да, темновато, однако. Кипяток, вот смотрите-ка, вскипятился. Стоять! Кто идет? Мужики, спокойно, я от Хромого. Ты у нас Гарик, значит? Ну хорошо, сейчас отправимся, только снаряжение тебе выдадим. Хорошо. На вот, Хромой приберег для тебя ручной пулемет и по мелочи. Готовы? Тогда поехали, погнали. Поехали, так, ага, вот, да, действительно. Стоп, нет, что-то тут как-то... Нет, стоп, меня обманули, где моя броня? Эй, ребят, так дела не делаются. Ладно, пулемет я пока приберегу. Сейчас написано следовать за отрядом. Да, мы помним, что разработчик нас предупредил о том, что нужно выполнять квесты так, как там написано. То есть, если следовать, то следовать. А не отправлять отряд свой на произвол судьбы, а самому бежать куда-то вперед. Хорошо, это я все-таки усек. А вот, собственно, и КБО, где находится эта лаборатория. Блин. Конечно, что-то здесь действительно темновато, даже учитывая тот факт, что сейчас 10 часов. Утра, естественно. По-моему, уже должно быть достаточно светло. Ладно. Это не суть важно. В принципе, ладно. Я лучше грозу пока приберегу. Ой-ой. А чё это так? Блин, не люблю пулемета за того, что с ним какой-то я неповоротливый. Так, ну мы уже почти пришли. Так, уже вижу тут компашка нарисовалась. 5 человек, 6 человек, 7, 8, 10. О, немало так. Так. Ну, долговцы вроде бы как к нам... Гарик, ФОП в лаборатории находится на первом этаже. Разблокировано. Сообщите офицеру безопасности. Ладно, мы тебя прикроем. Хорошо. Я тут немножко... Так, ну все, спускаемся на лифте. А! Опять призраки! Так, выбраться из лаборатории. Что-то быстро, ребят. Как эта связь потеряна? Вот это поворот. О, анабиотики берем. Хотя я не уверен, что тут выбросы будут, но кто знает. А куда монолитовец-то утоптал? Братишка, постой! Жесть, а где бюреры? Нет, хорошо, что их нет. Мне, в принципе, от этого только проще. А как тут выйти? По стандартному ходу или нет? Просто если вспомнить путь в Припять, то тут вроде бы был вот здесь переход. Но, как видите, не так. Так, ну всего лишь один монолитовец, это уже радует. Причем монолитовцы это вроде бы как наши. Ну, относительно. Ой. А вот сейчас, ребят, не очень хорошо. Что-то... Тревога. Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Они идут сверху. Ну да, я иду сверху, в принципе, если подумать. Но ядрить, колотить. Да как так-то? Вообще, стоп. Если я пойду сюда, куда я выйду? Не могу быть уверенным. Так, вот здесь аккуратно, ребят. А, обхитрил всех. И даже воевать ни с кем не пришлось. Вот это я грамотно поступил, вот это я молодец. Ну что, отъезжаем. Гарик, слушай, братан, извини, я зря тебя только в тыл отправил. Немедленно уходи из лаборатории. Долговцы, которые раньше обитали в этой лаборатории, покинули ее. И, по моим данным, в этой лаборатории случилось что-то ужасное. Я нашел КПК, говоря. На нем есть очень интересная информация. Короче, встретимся возле старого продуктового магазина, недалеко от прачечной. У меня для тебя есть много чего интересного. Вот это интересно. Блин, темно. Я вообще не понимаю, зачем я спустился в лабораторию, ведь я только там сотряс получил. И не более. Да еще пришлось с долговцами... Ну как? Может, там и не долговцы были. Я не знаю, с кем бы там пришлось повоевать. Но я так отлично справился. Отлично так утек. Блин, никогда не думал, что выпью ягуар. Но все-таки... Яшка. И только она.
Так, продуктовый-то что ли березка? Действительно березка. Да. Ну что ж, это уже хорошо. Хромой, ты где? По-моему, он где-то... Во, во, Хромой, здорово. Ну, здравствуй, Хромой. Видел твое сообщение, что случилось? Я рад, что ты жив. Слушай, мы не очень сдружили сразу. Извини, если задел тебя. В общем, тут много чего произошло. Ладно. Я внимательно слушаю. Зря я тебя в лабораторию отправил. Там уже и след простыл от отряда долго. Кстати, насчет них. Что ты узнал? Я нашел отряд. Все мертвы. Причем ни когтей, ни следа пуль нет. Что-то странное происходит в этой лаборатории. Как только я прослушал запись КПК, говоря, ужаснулся и отправил тебе сообщение, чтобы ты немедленно покинул лабораторию. К счастью, тебя не втянуло никуда. Тем не менее, странности я и сам нашел. Я появился в какой-то комнате, а потом меня чуть не пристрелили, сумасшедший монолитовец. Странно, я один отряд знаю. А кличку не помнишь? Кажется, в КПК было написано «Лихий». Эх, помню его, молодой совсем. Говорил я ему, не иди к ним. Но нет, он же сам знает, что ему лучше. Зона ему пухом. Ну так что, каковы планы? Все, ухожу из монолита. Лучше буду вольным сталкером. А что, так можно? Когда-то ведь был им. Хорошее решение, брат. Слушай, раз уж так-то, может идти в прачечную. Там сталкеры ошиваются, я отправлюсь искать Дегтярева. До зоны позже встретимся. Ну что ж, удачи тебе, увидимся позже. Интересно, а что это мы Дегтярева-то ищем? Неужели Дегтярев сбежал? Да, что-то, возможно, такое произошло, и я не заметил. Ведь я много умудряюсь вещей не замечать и пропускать. Потому что сосредотачиваюсь не на том, но, блин, что-то я не припомню, чтобы... Про Дегтярева было хоть словечко, да. Давайте-ка... Тут что-то я собирался у торговца загнать. А что? А, не, какому торговцу? Что это я? Это надо к Ордану идти. Ой, хорошая у тебя колбаса тут, я смотрю. Я принес тебе инструменты для калибровки. Все, отлично. Можно, в принципе, ему и остальные поискать инструменты. Для калибровки раз нашли, значит, и другие можем найти. Я даже, наверное, проверю одно здание. Так. Дегтярев. Поговорить с доктором, да. Пропал наш Дегтярев. Глеб, поиск Дегтярева. Хе. Люблю я такие штуки. Иногда можно позабавиться с них. Так, доктор. Слушай, хоть ты на месте. Здорово, егерь. Слушай, ты не знаешь, куда Дегтярев делся? Здорово, Дегтярев. Ушел 2 дня назад искать тебя со стрелком. Вчера пришел, отдохнул и снова ушел. Говорят, вроде к гастроному идет. К гастроному? Странно, почему именно туда? Спасибо за наводку. Привет, брат. Так, проверить на гастрономе. Окей. В гастрономе так в гастрономе. Да, блин. Интересно, дела тут разворачивают. Так, тут что, собаки гуляют еще? Не хватало мне этого. Так, стоп. А чё у меня цель-то не обозначена? А ведь действительно, почему в гастрономе-то? Что он там мог забыть? Так, тут, кстати, кровососня в прошлый раз была. Тут надо аккуратно быть. Я вот думаю, стоит ли мне проверить здание старого КБО, чтобы там, ну, наличие инструментов для калибровки или не стоит. Тут где-то полтергейст еще летает. Блин, я еще... Ядрен батон кровосос. Не, я туда пока не полезу. Давайте-ка сохранюсь. И продолжим. Такс. Надеюсь, он один. Ну, тут 2 трупа, кстати, ребят. А, это, наверное, те наши бедолаги, которых мы убили. Так, ну там кто-то есть. Я просто так не полезу. Так, кровосос вроде бы один. Можно попробовать загасить. Зараза, заметил меня. А я так хорошо к нему крался. Йо! Тихо. Хорош. Вот,
Вот это его перевернуло. Йоу, фристайла. Так, вот теперь можно сохраниться уже. Дело сделано. Что-то такой провак был нехороший. Так, ну тут один человек. Это, скорее всего, Дегтярев. Так, а ну-ка. Гарик, Гарик, дружище, как ты вовремя? Помоги отбиться. Да ладно, это то такое... Как так-то? Отлично, он теперь сагрился на меня. Замечательно. Давай, давай, убей меня. Зараза, ведь убьет. Хе. Ну и куда он ушел? Ты куда полез? Жесть, откуда здесь? Ладно. Ой, Дегтярев, что ты там делаешь ему? Я даже боюсь спросить, но... Брат, у меня есть пулемет. Спасибо монолитовцам. Так, отходи. Зараза, ну что ж ты прям под огонь лезешь? Так, давайте-ка подлечимся, а то что-то у меня жизни не ахти. Так, 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 стой. О, давай, агри, агри его. Я помогу. Зараза, перезаряжаюсь, Дегтярев, ничего личного. Да, я уже задолбался ему поляшки стрелять. Репсевой, да сдохни ты. О, кстати, я раньше не видел у него там ноги. Ой-ой. Ой-ой, тихо. Хорош. Хорош. Так, поговорить с Дегтярем. Так, он там кого-то учуял. Холодильник какой-то. Так, стой, ты куда? Не хочешь поговорить? Да стой, ты на месте. Дегтярев. Александр. Ведите себя, что ли, как подобается. Там наемники? Епона мать. Сдохни. Мразота. Откуда же вы взялись? Все, теперь ты готов поговорить, я надеюсь? Нет? Видите, торопится куда-то. Ага, я даже понял, куда, где он там. Блин, плохо видно. Все, сдох. Теперь ты счастлив? Сашка, ты куда делся? А, вот ты где. Ну, что ж, думаю, теперь ты готов поговорить. Надеюсь. Ух, как ты только вляпался в это. Дружище, ты не представляешь, как я рад тебя видеть. Пока тебя не было, много чего произошло. Кстати, сейчас твоя помощь не помешает. Нужно помочь моему другу Ковальскому. Он тут недалеко. Его преследуют наемники. Наемники. Когда вся эта заваруха кончится, расскажешь все, что с тобой произошло. Идем? Конечно, не будем терять время. Ковальский? А что полковник Ковальский, собственно, забыл в зоне? Он же вроде как в отставку ушел. Судя по концовке Зоопрепти. Да. Нужно поговорить с Ковальским. Ну тут вот наемники, скорее всего, от Ковальского эти удерживали. Однако, я так понял. Так. Блин. Я думаю, что вы справитесь, я пока тут... Вот ради вот этих красотищ пришел. Так, а у тебя что, друг? Ой, как хорошо, ребят, навар какой. Так. Разрядить, выбросить. Разрядить, выбросить. Так, стоять. Зараза, радиация, ненавижу. Так, стоп, а куда вы? Мужик, ты оружие-то спрячь. Ковальский, не вопрос. Здравия желаю, Ковальский. Что так, вернуться решил? Дегтярев позвал. Вот я и решил ему помочь по старой дружбе, Гарик. Что у тебя за спиной? Бывало и хуже. Поговорить с фантомом. Что-то я ничего не понимаю. Обернулись. Какой-то... Что за бред? Здравствуй, Гарик, узнаешь? Нет. А должен? Вот это ты даешь. Серьезно тебя потрепали. Вот не могу вспомнить, кто же ты. Говорить, кто я, нет смысла, ты ведь не помнишь. Или фантом тебе о чем-нибудь говорит? Ты прав, лучше бы я не спрашивал.
Вот и хорошо, но я все-таки должен напомнить тебе о себе. Я слушаю. Я твой друг. А вот с этого момента прошу поподробнее, я не помню ничего о прошлом. Не сейчас, Гарик, придет время, узнаешь. И что теперь? У меня есть один вопросик. Ты ведь теряешь иногда сознание, да? Да. Это важно? Даже очень. Тебе вкололи какой-то новый препарат, и чтобы ты там... И чтобы тебе там не вкололи, это может быть смертельно опасно, но я тебе помогу. Все-таки и ты мне когда-то помог. Есть так называемое противоядие, и ты даже не знаешь, как тебе повезло. Завтра очень солидные люди встречаются здесь на площади. У них будет встреча с учеными. Они хотят это противоядие отдать. Есть реальный шанс, готов? А какой-то конкретный план есть? Как мы их перехватим? Встреча состоится завтра утром. Переждем здесь. Я дам тебе хорошую пушку. Будешь работать по целям. Я знаю, как ты убиваешь. Ты всегда был хорошим убийцей. Пока не. Надеюсь, с таким планом на нас сразу не найдут и не прикончат. Если все действительно так, как ты говоришь, мне стоит тебе довериться. Вот и порешали. Теперь подготовимся к засаде. Переждем тут ночь. Давай. Выбора все равно и так нет. Семецкий опять погиб. На этот раз Припять от кровососа. Гарик, просыпайся, краснодело. Давай, дуй сюда, перетереть надо. Окей, сейчас перетрем. Давай сохранюсь для начала. Так, и подкреплюсь. О, колесо обозрения. Вот тебе оружие массового поражения. Вижу цели, пора начинать. Стреляй по моему сигналу, начнем. Так, снайпер, убить, говоря, наемников. Смотри, видишь наемник, говорит, с учеными этого наемника? О, завали этого наемника, я прикрою с РПГ. Что-то я тут не уступил. А где они, говорят? Я же ни черта не вижу. Вот, вижу цель. Указана впереди. Блин. ПНВ нет. Ничего нет. Блин, где? А, вот они. Вот вам с РПГ. Убить ученого. А, что это было? Так, у этих ничего нет. Вот уроды, перестраховались. Привет, брат. Ничего, у меня есть наводка, где искать второй отряд. И помни, мы еще встретимся. Хорошо, дай знать, когда что-нибудь прояснится. Офигеть, что это было? Слушай, Гарик, где пропал? Все хорошо? Нормально все, дело было одно недоделано. Хорошо, что все хорошо кончается. В общем, подходи в прачечную. Дельце нарисовалось. Вот это поворот, ребята. Вот это поворот. Я просто в шоке. Я совсем не понимаю, что происходит. Тут столько экшена. И столько событий сразу, что... Эта часть мне даже напоминает, знаете, плохую компанию, вот. Там тоже такие замуты были. Но здесь все-таки история Гарика. Уже, так скажем, знакомого по вселенной сталкера персонажа. Ой-ё. Или это аномалия? А, это... Вот ты где, друг. Иди-ка сюда. Зараза, ты куда уходишь? Я тебя обнять хочу. Блин, я по нему попасть не могу. Вот позор. Ага! Хорош! Нет, ты от меня не убежишь, друг. Я... Во, я же говорю, не убежишь, значит, не убежишь. Так. И так. Стоп. А с чем я до этого бегал? Ну-ка, стоп. Стоять. Нет, все верно. Да, чего-то я тут не понимаю, но все же. Сейчас бежим в прачечную. Тут, в принципе, до нее осталось пару шагов сделать. Там я уже сбагрю арты, хотя... Может, арты у себя оставить некоторые. Хотя... Этот не очень. Ну, вот этот можно было, однако радиация плюс 2. А у меня нету ни одного арта, который бы радиацию останавливал. Поэтому смысла его у себя держать никакого не вижу. Так, ты погоди. Я с тобой сейчас перетру. Для начала на всякий случай арты продам.
Только для начала еще сделаю вот так. Пулемет закину. Вещь, конечно, хорошая, однако... Вот с таким набором мне куда спокойнее. Так, вот от Гаусски патроны закину. Так, аптечек у меня многовато, однако. Хотя, учитывая динамику этого мода, может быть и немного. Но так более-менее уже. Так. Значит, лови арты. И лови вот это. И вот пару гранат возьму. Хорошо. Так, пару бинтов давайте-ка ему сбагрим. Еды, а то что-то у меня ее многовато. Нет, тушенки вот надо побольше. Вот как-то так вот. Так что вот это. Сухпайок. Где-то вот один пускай будет у нас. А сколько, кстати... Ай, по косарю, ты чё? Наглый, что ли? Так, стоять, вот это берем. И вот это. Замечательно, так. Ну, привет. И немножко подлатаем себя. Так, стоять. Стоять, я сказал. О, вот это пригодится. Все. Теперь самое время поговорить с нашим другом. Который, походу... Оу! Вот это я не ожидал. Вот этого я не ожидал. Да. Веселенькая, однако, ситуация. Стой, ты куда? Давай поговорим. Ну, наконец-то ты пришел. Слушай, у нас тут крысы завелись. Ночью наших сталкеров тихо убивают. Это же ужас. Этих снайперов хорошо бы завалить, что возле прачечной не маячили. Нужно осмотреться. Ты со мной? Конечно, пошли. Вот, я как раз готов. Поехали. Стоп, куда ты идешь? Да ё-моё. Как-то мне это уже надоело. Типа подвисание вдруг стало ни с сего. Да, патронов, однако, у меня все равно немного. Эх, вот бы мне сейчас бы штук 200 где-то патронов вот на мою любимую грозу. Но, увы. Такого пока не имеем. Да и подствола нету. В принципе, я им особо не пользуюсь, но все-таки. Что такое? Вот туда? Окей. Кажется, мы здесь не одни. Вот, смотрю, вон там. Это ты кому? Куда смотреть там надо было? Ладно, пока я не вижу. Может, убить монолитовца? Ё-моё! Ты чё, дурак, что ли? Осмотри тело. Может, у нее есть что полезное. Так, тихо, тихо. Я иду в бой. Так, снайперку заберу на всякий случай. Так, есть КПК. У него тут КПК, в нем есть одна метка, магазин книги. Точно. Как я мог забыть? Ведь у них есть лагерь в магазине книги. Пошли завалим этих ублюдков. Так, ты идешь за мной, типа? Ядрен батон. Эй, тихо, тихо. Не забывай, мы друзья. Тут творишь какую-то фигню. Так, ну ты за мной идешь, я так понял. Хорошо. Снайперка мне пригодится, хоть я и не люблю. 9 патронов для наступления хватит. Идем. Давай, давай. А чё ж до этого их в магазине книги не было? В принципе, нет, это хорошо, что их до этого не было. Мне тогда было проще. Но все-таки. Надеюсь, с ними будет тут полегче дело обстоять. Не хотелось бы, как в случае с наемниками, там в самом начале поумирать. Так, ждем его. Чё ж ты такой медленный? Я даже вон шагом как-то быстрее добираюсь. Так. Уже вижу там где-то... Блин, ну немало их там. Стоять. Вот, 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 стой! Вот куда ты идешь? Так, минус один. Блин, ПНВ бы тут не повредил. Так, где у нас... Ага, вот, остальные где-то тут. Нет, показалось.
Блин, ничего не видно. Так темно еще никогда не было. Ой, а кто из них? Так. Хромого тут главное не завалить. А то это совсем будет не смешно. Так, а что у тебя тут с патронами? Ой! Спасибо, что прикрыл. Фу. А вот тут ты меня не прикрыл. Что-то я забыл золотое правило. Обыскивать после... Ой, все, тут уже разборки начались. Так. Снова туда бежать, блин. Не вовремя я начал запись. Надо было чуть дальше пройти и начать. Но я думал, что я сохранился именно возле магазина. Так. Пока ждем хромого. Видимо, он поэтому долго добирается, потому что хромой. Так, где-то здесь гулял, я помню. Один из... Ага, вот он. Вынес. Так. Где хромой? А, вон, идет. Господи, я уж подумал, все, потерялся. Так, тут не видать. Однако ж. Так, хромой, пока добирайся. Блин! Чё ж такое? Ладненько. Поступим вот так. Идем. Будем рашить. Хорош. Теперь самое время сохраниться, и потом их обыщу. Надеюсь, время будет. Так, вон тут где-то должен быть один. Проверь. Проверь, сходи, сходи. Так, нету странно. Стоять ты чё? Ой, хорош ты как. Меня попал, правда. Даже странно, почему я его похвалил. Он же меня попал. Так, потом обыщем. Так, хочется взять и обыскать. Лучше не стоит. Релодинг. Ой, что это было? Привет, брат. Ну, наконец-то. Нельзя так старика пугать. Как себя чувствуешь? Не очень. С набитой голова болит. Ну, ты даешь. Ты бы предупредил меня, что такое вытворяешь. Я сознание опять потерял? Да, на месте грохнулся. Я уж подумал, попали в тебя. Осмотрел, ранений нет. Пульс даже есть. Ой, пульс есть. Бужу тебя, бужу. А ты не слышишь. В коме как будто. Уже который раз? Что-что? Уже лучше скажи, как мы сюда попали. Да как? На плечи тебе и на базу. Тяжелый ты. Оружие свое к черту выкинул. Спасибо. Да что там? Ладно. Там какой-то упырь пришел. Говорит, Гарика видеть хочу. А я ему фиг с маслом. А он это твердит и твердит про тебя. Он тебя внизу ждет. Не хворай. Ага. Жесть. Потеря памяти 3. Жесть, жесть, жесть. Что ж творится-то? Ума не приложу. А, Фантом, здорово. Да. Ну, привет. Снова здравствуй, Гарик. Как оно? Здорово. Дела идут неплохо, но бывало и лучше. Я снова сознание терял. Снова? Это нехорошо. Значит так, я назначил встречу с группой наемников. У них точно есть антидот. Жду тебя здесь. Собери шмотки, оружие. Что там вообще тебе еще надо? Как будешь готов, соберись. Ой, сообщи. Я готов. Пошли навстречу. Вот сейчас и глянем, прав я был или нет. А, я все пытался вспомнить, кто это. Это же дядька Яр. Так, следует за Фантомом. Ну так, пошли. Так, вот, все, наконец-то он собрался. Да, грамматических ошибок тут, конечно, хватает. Как и в случае с Мидейрус. Так, кстати, вроде... Ну, блин, вроде светло, вроде бы нет. Лучше все-таки с фонариком побегать, потому что это жесть как. Тут темновато. Но так еще более-менее, однако, на видео будет темновато. Так, за Фантомом. А куда мы идем-то точно? Он не сказал. Не сказал, обидно. А что? Что тут написано? Боюсь, не узнаю.
Так, она в госпитале, эта встреча, насколько я понял. Давай, идем. Идем. Так, уже двое. И что это за встреча такая? Что это мы так странно обходим? Ты еще полезь туда. Так, я на крышу. Забыл сказать, что ты отвечаешь за встречу. Трепаться с ними будешь ты. Что? А раньше сказать не мог? Я что должен делать? Твоя задача договориться с ними по-хорошему. Попробуй предложить им крупную сумму. Если что подойдет не так, проверь, я не промахнусь. Отлично. Просто чудно, фантом. Спасибо. Великодушно. Так, это ты у нас переговорщик? Что-то ты мне не нравишься. Чем тебя заинтересовал наш товар? Так. Я думаю, вас заинтересует кое-что получше денег. Вот это уже другой разговор. Что же ты нам можешь предложить? К примеру, артефакт? Ну, ты даешь. Допустим, что за артефакт? Монолит херня. Сердце Оазиса. Действительно, как вам сердце Оазиса? Так, мужик, мне кажется, ты воду мутишь. Стоп, спокойно. Это я так, шутки ради. Но вижу, шутки вам не по душе. Да и вообще, мы ведь не шутки шутить сюда пришли. Так что ж ты хочешь? Не надуть ли ты нас решил? Нет, с чего вы взяли? Я лишь хочу выкупить свою посылку. Ах ты мразь, это ловушка, парни! Там снайпер, держите этого дурня на прицеле. Будь по-вашему. Что это за... Ого, как ты их так всех уложил? Опыт. Моя работа не прошли дары. Даром. Меня так научишь? Снайпер, Гарик, осторожно! Вас понял. Неожиданно. Да, что-то я как-то... немножко запинаться начал. Стоп, я его видел, вот он. А что ты такой имбовый? А, о, нормально. Хе! Это засада, прячься! Ядрен батон, а чё вас так много-то? О, хоть где-то есть нормальный прицел. Так, а где они вообще все? Так, где остальные... А, вот, стоять! Расстреляю. Мне это ничего не будет стоить. Ого, сколько вас там, блин, ребят, тут столько... С них всего можно насобирать потом. Это жесть просто. Да, тут, конечно, какие-то приключения Рэмбо, нежели чем Гарика. Стоять! Лежать, упасть. Мордой в пол. Так, где остальные? Наверху, что ли? Нет. Так, стой. Где-то вот здесь. Блин, не вижу. Сохраняемся. Черт, где ты? Не понял. А, во. Теперь более-менее понятно будет. Не надо, пожалуйста. Ой-ой. Тихо. Тихо, мод, тихо. Ой-ой. Да, вот с этим надо быть аккуратным. Нифига себе, калаш там лупит. У него звуки сочные довольно-таки. О, привет, друг. Отлично, отбойник. Хотя, я им вряд ли буду пользоваться. Там еще один от... Да ладно вам, сколько можно? Ой, это ты, фу. Ты ж меня не пугай. Не ви... Ой, вижу. Хорош. Сохраняемся. Тихо. Ой, не слабо так они. Кот сует.
не вижу, где он. Вот! Хорош. Блин, я надеюсь, это последний отряд. Блин, спрятался гнида за деревом. А, он что, лежит там? Да. Отбились от уродов. Иди сюда, поговорить надо. Сейчас, тут столько лута пропадает. Ты чё? Жесть какая, а? Вот думаю, отбойник брать или не брать. Ох, какая красота-то. Красотища. Да. Только, блин, я замучусь все это перетаскивать. Это жесть, ребята. Посмотрите, сколько добра у них было. Это вот сколько наемников? Где-то 18 наемников. Ну, блин, мне кажется, их было больше куда. Может, я еще не всех обыскал и не все КПК собрал. Ну, блин, я тут, конечно, может, опять много аптечек насобирал, еды и гранат. Ну, блин, это такой клондайк просто. Я вот не могу. Мне уже просто вот все. Эмоции зашкаливают. Ах, да, вот этого я не обыскивал вроде бы. Вот еще один. Смотрите, сколько добра. Это все. Оружие опусти, мужик. Разбогатели. Как тебе? Нормальная засада была? К черту этих наемников. Что с антидотом? Я его нашел. Осталось только отдать вашему медику. Он его проверит, и ты его выпьешь. В общем, тут нам делать больше нечего. Пойдем в прачечную. Пошли. Ой. Он так исчез просто красиво. Так, ой. А вот и фантом. Слушаю тебя. Так, антидот... Так, антидот у нас. Но тут у нас выросла еще одна проблемка. Помнишь оружие, которое тебе дал на крыше? Чудо-вещь. По моим данным, это гаусс-пушка, верно? Она родимая. Эх, как все сложно. Но, пожалуй, пора рассказать тебе все. Я слушаю. Начну с важного. Ты ведь ничего не помнишь о жизни за периметром, так? Я и не задумался об этом. Ничего не помню. Я так и думал. Меня... Я смотрю, ты тоже не помнишь. Но я не главное. Мне неловко об этом говорить, но я больше не могу молчать. Ты вместе со мной отправился в зону для того, чтобы заработать денег на операцию дочери. Прошел уже год, я думал, тебя убили еще там, на кордоне. Я узнал, что ты жив совсем недавно. Я отправился на твои поиски. Большого труда это мне составило. И вот он ты. Я был уже очень счастлив в нашей встрече. А теперь я не могу больше держать это в себе. У тебя есть жена, любимая дочь, и я. Мы никогда о тебе не забывали. Я все тебе сказал. У меня есть дочь? Черт, сколько нужно денег и что за операция? Тише. Деньги мы собрали еще год назад. Я их отправил твоей жене. С твоей дочерью все хорошо. Она спокойно пережила операцию. Сейчас проблема только в тебе. Какая проблема? Пойми меня правильно. Все только что тут произошло, не случайность. И ты теряешь сознание тоже не по случайности? Давай поговорим о судьбе всех сталкеров, что собрали здесь прачечный, если тебе это интересно. Говори, что случилось? Скоро от этого места ничего не останется, если не предпринять меры. Сюда идет сама матушка Зона. Не говори загадками, мне и так страшно. А, мне и так тошно. Мутанты. Давно ты здесь видел кучу мутантов, а? Разве не странно, что их стало в разы меньше, чем раньше? Все правильно, мы зачищаем местность, убиваем этих тварей. Вот их и стало меньше. Нет. Сколько бы вы ни убивали их, будут приходить новые. Скоро сюда придут все твари Зоны. Знаешь почему? Потому что ты новый талисман Зоны. Разве Стрелок тебе об этом не рассказал? Стрелок? Откуда ты знаешь Стрелка? От него я узнал, где ты. От него узнал, что скоро произойдет. От него же и узнал, что ты и есть новый талисман. Хорошо, хорошо. Согласен, все это выглядит как бред. Но поверь мне, Гарик, так и есть. Сюда и вправду скоро придут все твари. Я не знаю, во что уже верить. Хорошо, что от меня нужно? Я все сделаю. Спасибо. Я знал, что на тебя можно положиться. В общем, насчет гаусс-винтовок. Одной нам не хватит, но из старых документов я узнал, что в окрестностях Юпитера есть целый подземный комплекс по созданию этого образца оружия. Нужно найти их, брат. Я не могу пойти с тобой, но ты справишься и сам. Я в тебе всегда был уверен. Хорошо, когда начинать? Может, тебе надо купить что-нибудь для похода? Как только будешь готов, скажи мне. И да, вот тебе от меня. Хороший дробовик, с ним не пропадешь.
Так, пока мы не готовы. Слушайте. Ну, лично я не готов. Не знаю, как вы. Так, жесть, ребят. Интересная ситуация поворачивается. Так. Угу. Ну, отбойник он мне дал, конечно, гашеный. Это плохо. Привет, брат. Так. Тут, конечно, много хороших артов есть. Вот, смотрите, вот золотая рыбка, например. Или тот же, или та же ночная звезда. Вот их две повесить уже хорошо будет. Но от радиации у меня ничего нету. Да, совсем ничего. Блин, даже жалко продавать, если честно. Золотая рыбка вообще, смотрите, сколько стоит. Итого я соберу где-то 33 тысячи. Вот сейчас уберем золотую рыбку, 15. Блин, я даже не знаю, ребят. Блин, я не знаю. Блин, продать жалко. Оставлять тоже не резон. Ладно, пока продам это. Ой. Амская дробовик будет у меня. Продам лишние аптечки. Тут где-то 5 оставим. Где-то антирадов штук 7. Может даже 6. Геркулес пускай будет. Тут где-то одну. Ладно уж. Где-то 2 колбасы. Ну все, по 2 тут. Ладно. Так, КПК все продаем. Ой, как хорошо играет. Так, гранаты продаем. Ладно, пускай будет такой трейдинг у нас. Мне, в принципе, этого достаточно. Так, закупимся. Можно было бы броню наконец-то нормальную купить. Но даже не знаю. Мне денег не хватит. Блин, как он играет офигенно. Ну-ка. Вроде бы лучше. Ладно, в принципе, я надеюсь на Юпитер, если что, можно будет закупиться. А если нет, то, ну, ладно, пройдем, как всегда, по стандарту, со стандартной броней. Мне, в принципе, и так неплохо. Не знаю. Ладно. Привет, брат! Побольше бы таких наемников поубивать, побольше было патронов. Возьму немного для дробовика, сейчас у кардана быстренько подлатаемся. Так. Так. Тут же ПНВ нету, нету? Увы, нету. А ну-ка. Во, взамен артефактов. Количество контейнеров? Нет, пока не будем это трогать, потому что мало ли я все-таки найду себе другую броню. Так, вот это починим. Темп огня. Остальное не трогаем. Все. Можно уже выдвигаться. Я думаю. Но давайте-ка все-таки выдвинемся с вами в следующей серии. Что ж, с вами был я, Глеб. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Увидимся в следующей серии.